давно у меня была мечта прыгнуть с парашютом. И тут такая фигня происходит. Вообще какой-то, сука, апокалипсис. И непонятно, получится еще или нет когда-нибудь прыгнуть. А то, может, осталась прямая дорога под землю. Так что я решил воспользоваться ситуацией и прыгнуть с парашюта сегодня. Один раз в жизни, мне больше не надо. Даже если он не раскроется, это засчитается. Прикиньте, косяк. У меня полет, прыжок на завтра. Я так хотел прыгнуть, что прилетел, приехал на день раньше. Ну ничего страшного, зато завтра со мной еще два чувака приедут. Будем прыгать втроем. Будет весело. А завтра наступает прямо сейчас. Хопа. Вот завтра и наступило. Видишь, я уже в другой майке. И сегодня прыгаю я уже не один, а со мной еще два смертника. Все ништяк. Погодка у нас отличная. Аризоновская. Все шикарно. Заполнили бумажки. Ждем. Вон, смотри, летят уже чуваки. Раньше нас летели, которые... На оранжевых парашютиках. Я уже снял шапку, кепку. Сказали все выложить из карманов. Я не знаю почему, мандража вообще никакого нету. Нету какого-то адреналина, там еще что-то. Что-то меня это даже удивляет. Is it yours? Yeah. Yeah, I see this. You love it. You love it. And then that, the red one's mine. The second one? Yeah. It's nice. Yeah, about that for my birthday last year, so I'm worth it. You wanna feel on the road, like, on the sky? Yeah, yeah. The same fast. I wanna feel fast. You wanna be the same fast, yeah. I'm a super instructor. Yep, let's do this. Okay. Go have some fun. Are you ready? Michigan. We'll see. You'll be back, buddy. It's okay. Yeah. See you in a minute, bro. We got you, man.